Женская одежда больших размеров. Это у нас Mix XXL, Англия. 15 килограмм. Первым у нас идет такая вот футболка, размер 5XL. В составе хлопок. Вот такая вот, можно сказать, майка. Main написано здесь. Давайте посмотрим размер. Размер 22. В составе также идет хлопок. Еще одна майка черного цвета, 16 размер. Так, давайте также посмотрим состав. Так, в составе указан полиэстер. Вот такая вот яркая футболка красного цвета со вставками. 20 размер здесь указан. На ощупь явно не хлопок. Скорее всего, это у нас тоже полиэстер. Вот такая вот футболка пола женская. Размер здесь не указан. Возможно, где-то здесь у нас он есть. Так, 16 размер. Блузка черного цвета, здесь бирок нет. Смотрим, 100% полиэстер, размер, к сожалению, нигде не указан. Платье большое синее, 16 размер. Еще одно платье. Так, здесь у нас, к сожалению, размер нету, по идее здесь указан. Так, 24 написано у нас размер. Вот такая танковка. Вставим у нас хлопок идет. Смотрим размер. 26, 28. Платье красного цвета. Размер здесь не указан, опять же. Здесь у нас нигде не продублирован. К сожалению, да, без размера. Размер определить довольно сложно. Так. Футболка. Точнее, танковка, можно сказать даже. Марк Спенсер. Размер здесь нету. Так. 16 размер указан здесь. Блузка. Золотистого оттенка, 14 размер. Майка. Все прямо блестящие. Размер. Размер здесь указан как 54 европейский. Следующий у нас идет вот такая черная блузка. Она элегантная. MS Collection написано здесь. 18 размер. Это может быть также состав, посмотрим. Полиэстер. Почему-то нам везет сегодня вещи на полиэстер. Есть полиэстер. Вот такое вот платье. Здесь размер не указан, опять же. Так, может быть, не здесь дублируется. К сожалению, нет. Нигде не вижу. Такая вот ночнушка белого цвета. Размер, опять же, здесь не указан. За размером приходится лезть под подол. 20 размер написан. 48 европейский. Fair Lady. Марка, размер здесь указан 50. Это у нас блузка. Такая вот легкая футболка с широким вырезом. Так, опять же, с размером у нас ничего не понятно пока. Где-то здесь продублировано, к сожалению, нет. Но, скорее всего, 52. Так, водолазка.
плотная такая водолазка. Размер здесь почему-то не видно. Может быть, и здесь продублировано у нас. Так. Так, здесь лишь указан состав. Здесь у нас в составе 20% полиамид, райан и баумволе 50%. Может быть, это как-то переводится на наш язык. Если что, подскажите. Так, 16-18 размер. Футболка у нас из хлопка. Такая вот футболка. Юбка. На юбку 18 размер, 46 европейский. Платье черного цвета. Лию написано здесь. Так, здесь размер не указан. Здесь у нас 24 размер, 95% полиэстер, 5% эластан. Такие вот шорты. Опять же, размер почему-то не дублируется нигде. Возможно, где-нибудь здесь есть бирка, возможно. Нет, к сожалению, бирки нигде нет. Так, платье 22 размер. Черное довольно длинное такое. Ну как платье, извиняюсь, это не платье, это у нас юбка идет. Следующее больше похоже на платье. Это у нас капсула. Здесь размер, к сожалению, почему-то не указан. Так, вот здесь может быть дублирован у нас так, полиэстер опять же. 24 размер указан. Еще одно платье. Это больше, да, это скорее всего рубашка. Рубашка 20 размер. Она у нас на пуговицах. Вот такое вот белое полуплатье, можно сказать. Опять же, размер приходится искать под подолом. 60% вискоза, 35% полиэстер, 5% эластан. Здесь нигде, к сожалению, размер не указан, опять же. Вот такая вот, ну, пиджачок, можно сказать. Пиджачок, размер. Давайте расстегнем, посмотрим. Возможно, где-то есть у нас бирка. Бирки, к сожалению, нету. Ну, что ж поделать. Будем двигаться дальше. Следующим у нас идет рубашка Марк Спенсер. Рубашка у нас... Так, 22 размера. В составе полиэстер 100%. Так, Indigo Collection здесь написано. Размер здесь не указан. Но вот здесь вот указано, что 44 европейский. Также здесь полиэстер, кажется, у нас в составе, потому что видел пока, по крайней мере. Капсула. Размер опять же не указан. Это у нас футболка. Футболка у нас 18 размера, 46 европейский, в составе 100% хлопок. Такие вот штаны, они у нас растягиваются. Размер здесь, так, здесь указано в составе 95% полиэстер. Так, размер 3XL. Такие вот штаны. Шестнадцатый размер, это у нас блузка, можно сказать. Блузка, 16 размер, 100% полиэстер, опять же. Штаны. Следующие у нас идут 22 размер. Так, футболка. Размер XL. Футболка у нас из хлопка. Такая вот. Платье.
Европейский размер 44 здесь указан. Так, следующим у нас идет юбка. Состав здесь не видно. Может быть, где-нибудь опять же подол приходится смотреть. Так, 12 размер, 44 европейский. В составе у нас идет полиэстер 98%. Еще одно платье. Также из полиэстера. Размер указан как 20. Такая вот, можно сказать, танковка. Размер 2XL. Состав такой же абсолютно. Рубашка с короткими рукавами. Размер 16. Марк и Спенсер. Такая вот футболка. 22 размер. Майка. Марк и Спенсер опять же. Здесь у нас хлопок уже. Размер, к сожалению, пока не вижу. Где здесь продублирование? Нет. К сожалению, опять же, размер нигде не указан. Так, танковка. Размер. Европейский 18. А, нет, европейский 42 и 18. Размер здесь. В составе. Похоже, что хлопок. Потому что, ну, а вообще это не совсем то, что было раньше. Так, болеро. Похожее на болеро, точнее, скорее как футболка идет у нас. Размер, к сожалению, нигде не указан. Видимо, гирка опять до нас не доехала. Так. Здесь у нас размер 16, марка Next. Состав, опять же, я уверен, что это у нас, ага, 94% полиэстер, 6% эластан. Футболка, 22 размер. Такие штаны, 18 размер, они у нас из хлопка. Платье. Здесь, к сожалению, гирок нет, никаких не осталось, поэтому размер сказать довольно сложно. Еще одно платье. Так, может быть. Да, здесь нам повезло. 22-24 размер. В составе у нас идет в основном. Так, вискоза 96% и 4% эластан. Вот такая вот футболка. Довольно яркая, симпатичная. 22-24 размер. В составе у нас хлопок идет. Так, танковка. Размер здесь, к сожалению, бирки срезаны. Может быть, повезет здесь. Нет, к сожалению, здесь тоже срезали также. Так. Это у нас похоже на платок. У нас, скорее всего, как снуд идет. Потому что здесь указан размер 20, 20 и европейский 40, 48. Такая вот. Как бы показать-то. Вот такая вот вещь. Да, это скорее всего снуд. Здесь вот вырез под горлышко. Юбка. Размер XXL. Юбка у нас из хлопка. Платье. Размер 20. Уже составил хлопок идет. Танковка. Размер указан 26. 65% полиэстер и 35% хлопок. Рубашка. Гель выбор.
И, к сожалению, бирка не то что срезана, она подрезана у нас, и именно то место, где размер обозначается, пропал. Не знаю, почему это такой большой секрет, кто от нас хочет утаить размеры этих вещей. Размер 20, следующий у нас идет майка, майка с лобкой. Вот такое вот платье. Planet написано. Размер и состав давайте посмотрим. 16 размер, 42 европейский. В составе у нас идет 96% полиэстер, 4% эластан. Такое платье. Он, кстати, довольно плотный. Вот такая футболка. 22 размер, футболка у нас из хлопка. Танковка. Так, это у нас танковка также из хлопка. 46 размер. Джинсы 46 размер, довольно плотные. И последняя вещь на сегодня, это у нас вот такое вот платье 20 размера. Давайте также по составу посмотрим. Напоследок, возможно, нам повезет. Так, 100% полиэстер. На этом все.